Во время самоизоляции певица проводит время с пользой. Она инициировала прямые эфиры со звездными друзьями, которые с удовольствием смотрят ее многочисленные подписчики. Так вчера Ольга поговорила с Лерой Кудрявцевой и поделилась с ней сокровенным. Ведущая «Дума-2» поинтересовалась у Кудрявцевой, как та решилась на роды после 40. Лера не стала отрицать, что очень переживала и не знала до конца, получится ли у нее стать мамой во второй раз. Очень хотела, очень, я бы все за это отдала. Серьезно? Вот прям то все. Есть, но да. не страшно было? Ну страшно, Оль, но нет, на самом деле как себя настроишь. Я просто настолько этого хотела, что страшно не было. Бузова откровенно призналась, что никогда в жизни не была беременной. Даже во время замужества с Дмитрием Тарасовым. В браке у нас не получалось по определенным причинам. Я никогда ни разу в жизни не была беременной. Да ладно? Ни разу в жизни. Вот клянусь, ни разу в жизни. Ты как-то предохранялась или защищалась? Ну, конечно, да. Но в свое время, ну, просто там давно еще, когда был брак, у нас не получалось по определенным причинам. Но я ни разу не была беременна. Если... Лера пожелала коллеге поскорее забеременеть. Ведь в личной жизни у Бузовой наконец все наладилось. Блогер Давид Манукян окружил певицу заботой и любовью. Ольга и подумать не могла, что после 30 можно влюбиться, как в 16. Хочу назвать Давида мужем, хотя мы просто полгода живем вместе. Он не заставляет меня стоять у плиты. Жалеет, отметила Бузова. Ее гостья признала, что напротив, любит готовить и убирать. То есть ты сейчас сама по дому? Ну, вот я очень люблю это делать. У меня такая манечка. Я люблю готовить и я люблю убираться. Я вообще перфекционист. У меня в доме всегда чистота. У меня всегда в доме есть еда. Я очень люблю это делать. Вот прям я это, знаешь, это моя душина, я расслабляюсь. Я включаю сериал и готовлю еду. Или я убираюсь, отвлекаюсь от своих мыслей. Ну, убираться мне меньше, конечно, нравится. Наверное, тогда лучше уборщица.